саженцы клематиса крупноцветкового серафина, крупномеры, обладают огромными цветами с очень красивой двухцветной окраской. Розово-белые лепестки отчетливо выделяются на фоне зелени и украшают сад. Цветение происходит несколько раз в год, сопровождаясь появлением огромного количества новых бутонов. Диаметр одного цветка достигает 20 сантиметров. Демонстрирует хорошие показатели морозостойкости, растение не замерзнет не только зимой, но и весной при традиционных заморозках. Может выращиваться во всех регионах страны. Главным требованием к почве является плодородность и наличие перегноя в качестве удобрения. Клематис крупноцветковый серафина – это многолетнее растение высотой 250-300 сантиметров. Лиана лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Расцветает клематис крупноцветковый серафина в месяц май, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен светло-фиолетово-розовый со светлой полоской цвет. Весенняя окраска листочков зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.